Здравствуйте, ребята, с вами Мирослав. И сегодня я вам расскажу, как запомнить таблицу умножения на 9. Для начала зададим математический пример. 9 и 6. Теперь отсчитываем на пальцах. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Загибаем шестой палец. На первой ладони у нас 5, а на другой ладони 4. Итого мы получаем 54. Давайте, чтобы закрепить, сделаем еще один пример. 9ю3. Отсчитываем 1, 2, 3. Загибаем третий палец. Итого у нас 27. И давайте напоследок еще один. 9ю8. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Загибаем восьмой палец. Итого у нас 72. Спасибо за внимание.